Доброго времени суток, уважаемые зрители! Сегодня мы представляем еще один урок по программе Photoshop Pro. Это будет дополнение к обзору по программе Photoshop Pro версии 19.5. Здесь будут и плюшки хорошие, и не очень хорошие. Значит, что мы хотели здесь показать? Вот для классических пользователей, вот здесь вот, нам уже писали об этом, что мы не показали. Ну, было такое, не показали. Вот топ-продаж версия премиум, ну, за 1960 рублей. Это было у нас. И коллекция с шаблонами, и все здесь. Сдаем назад. Нам это пока не очень интересно. А вот пришло нам вот такое вот предложение. Мы его использовали, скажем правильно. Значит, все то же самое, только за 980 рублей. Акции вот действуют до 30 ноября. То есть 30 ноября мы это делаем до сегодняшнего дня. И здесь вот все то же самое, неограниченное количество слайдов. Я уже говорил об этом, что это не совсем... Ну, вначале поговорим о плюшках. 400 переходов, хороших плюшках. Мощный редактор анимации, создание 30 форматов, DVD-диски и так далее. И вот здесь вот есть специальное предложение. Скидка 65%, но скидка действительно от самой вот этой цены большая. 2880 рублей. Плюс в это же все уходит 150 шаблонов для слайд-шоу. Да, они действительно есть, мы все это купили, проверили, и можем сказать, что никакого, ну, разводилова в данном случае, по-другому это не назовешь, нету. Можем показать, что мы получили. Так, это вот это, вот эта вот папочка. Значит, получили мы 12 комплектов шаблонов. Ну, 150, не 150, мы их там считать не стали, ну, где-то в этих пределах. Возможно, не самые красивые получили мы комплекты, но довольно неплохие. Их можно проверить там на сайте, что они из себя представляют. Они все там представлены, видео есть. Вот комплект шаблонов мужской, классический, дачные истории, дыхание весны. Навстречу лету, отпуск. Вот этот у нас шаблончик был, нам был он и не нужен. Но что предлагают, то предлагают, вопросов нет. Река времени, ретро, вот школьные премиум шаблоны, универсальные, зимние эффекты. Хорошие эффекты, но вот такие у нас были. И вот отпуск были. Вот эти вот мы покупали в свое время, довольно неплохие. И элегантные свадебные шаблоны. Скажу так, что вот и сама программа 19.5. Вот. Скажу так, что если считать саму программу, то есть, как бы это сказать, обновление программы и 12 комплектов шаблонов за 980 рублей, то это практически даром. Вот это самая хорошая плюшка из того, что есть. Все прислали, все распаковалось, первое, все скачалось. Все распаковалось, все установилось. Ну, единственное, что скажу, 10 комплектов, не 12, а 10. Вот эти шаблоны мы не стали, зачем их устанавливать, они у нас есть. И отпуск мы с Тимофеем не стали устанавливать, они тоже у нас есть. Остальные 10 комплектов все установились, все работают, слава богу, все нормально. Вот это вот такая вот плюшечка, потому что действительно это есть. Вот, насчет этого разработчик ничего, ну, в данном случае можно сказать так, никаких проколов, претензий здесь быть не может. То, что они обещали, это и сделали. Это предложение идет только для тех, у кого, не знаю, может быть, вот последняя версия, как у нас недавно закончилась, но там не уточняется, видите, оно пришло даже не письмом к нам, а в программе там нажимаешь и открывается, что вот, ребята, вот такое специальное предложение.
Кому оно приходит, по какой цене? Ну вот нам писали там в комментариях, что по 960 рублей, к нам по 980 пришло. Ну пришло да пришло. Скажу так, каждый комплект шаблонов в свое время он стоил по 500 рублей, да и сейчас, ну не 500, 495 они стоили, в общем дорогие. Если вот 12 на 500, умножить 6 тысяч рублей, или сама программа, то, ну, сумма приличная, и купив их за 980 рублей, я считаю, что это даром, даром. Очевидно, разработчик идет на такие вот крайние меры только по одной простой причине, что упало число продаж в связи с этим вот ковидом, тяжелым таким положением, у людей упали финансы, доходы, и поэтому, очевидно, еще упали и продажи у разработчика программы. Поэтому они идут на такие меры. Я скажу, что это даже выше всяких ожиданий. Вот. Выше всяких ожиданий по цене. Потому что, ну, это ниже нижнего предела. Я не хвалю в данном случае ни разработчика, ничего. Но это действительно очень дешево купить такой объем задарма. Практически даром. Вот это плюшка. Сворачиваем. Вот. Вот они 150 шаблонов. Здесь вот написано, очевидно, как это сказать, что здесь имеется в виду, что вот эти вот 12 шаблонов, как они нам прислали. Я не стал просить другие вместо двух. Иногда они идут навстречу и присылают, тут вопросов нету. Ну, зачем? Даже 10 шаблонов и программа дополнение, вернее, обновление программы по этой цене, это задарма. А два комплекта, да пусть будут резервные. Бог с ним. Вот такие вот дела. Но на этом, я бы сказал, красивые плюшечки-то, наверное, и заканчиваются. Беда в том, что плюшек, как всегда, красивых мало, а вот недостатков их больше. Но начали мы с хорошего, чтобы показать, что действительно есть такая цена, вот, что она применяется, по ней продают, присылают, все работает, ставится. Еще хочу уточнить, что мы поставили это обновление поверх старой 19-й версии. Все стало работать, не стали отдельно, хотя, может, она и отдельно бы работало, если снести старую, поставить новую, меньше места занимать. Но мы вот так сделали поверх, да и все. Все нормально. Вопросов нету. Вот. А теперь у нас идут не плюшечки, а идут то, что вот, как бы это сказать, мы еще тоже уточняем, мы же говорили, что в программе надо поработать, чтобы понять, как она будет работать. Сохраняйте видео в два раза быстрее благодаря новому модулю конвертирования. Вот это скажу однозначно. В два раза быстрее чего, я не знаю. По одной простой причине, и сейчас я это покажу, что ну не работает это. В общем-то, конвертирует она, может, у нас только, мы такие неудачники. Ну, в два раза быстрее, если черепахи-тортилы, то, наверное, да. А в два раза быстрее, ежели еще не хуже. Вот. Повысили производительность программы. Щ-з. С какой буквы пишется? С буквы З? Вот. То есть ничего не повышено, ничего не улучшено. Вот. Ну, это весьма сомнительно. Ну, купить вот со скидкой, это мы показали, обновление, поддержка и так далее, условия доставка, это все как было, так и есть. Все, слава богу, плюшечки показали, а вот что она у нас как капризничает, закрываем сайт программы и открываем саму, ну, она у нас открыта была, сама программа, собственно говоря. Вот мы создавали такое слайд-шоу. Сейчас выключим звук, чтобы вам его показать. Вот. И понеслось. Слайдов здесь не очень много. Всего 11 штук. Но
второй слайд идет. Где-то я читал про программу Photoshop, что GIF картиночек не более 15. Так вот, на втором слайде идет 14 картиночек. На GIF, ну там PNG, CTE, еще есть пакет. Вот. Остальные слайдики простенькие. Вообще простенькие. Это один из старых комплектов, который мы покупали 300 лет тому назад. Решили его использовать, мы его не использовали. Покуда у нас своих навалов, ну вот решили такой вот сделать. Просим. Переходы поставлены из тех, что мы у них приобрели. То есть ничего здесь левого, как бы мы не ставим. Ну, за исключением фотографии. Если без фотографии, то нужно. Теперь я покажу, почему мы заплакали, решили сделать. Это дополнение к обзору. Вот смотрите, проект у нас сохранен, бог с ним. Сохраняем видео. Покажу параметры какие. Ну, сохранить видео. Сейчас сохраняет. Сохранить как слайд-шоу. Сохранить HD. Почему в этом кодек H264, хороший кодек. Ну и ставим, естественно, высокую плавность. А если HD... включить сейчас. Более того, здесь ставим 2.0. То есть, как и рекомендуется делать видео Full HD 1080 с такими параметрами. Вот. У них высокая плавность, на самом деле это выскакивает Full HD с нормальным битрейтом и с нормальной частотой кадров для Full HD. И теперь сохраняем видео, и вот то, что я вам читал, скорость необыкновенная, в два раза быстрее чего-то. Смотрим, в два раза быстрее чего она будет. Ну вот, видео это, звук она кое-как конвертирует. А теперь посмотрим на видео. Потому что это не анекдот, это жизнь. Ну, выскакивает, тут понятно, считать она не умеет. Выскакивает вначале, просчитывает, сколько же должно быть. Тут получается чуть ли не 2 часа, потом полтора. Но на самом деле она около 35 минут просчитывает. И это с учетом того, что у нас видеокарта стоит NVIDIA 2060. Не каждый пользователь может позволить себе такую видеокарту. Если еще года полтора-два назад мог позволить, и то дорого было, то сейчас такие карты стоят 80-90 тысяч рублей. Это не самая крутая карта. Вот. Я смотрел карту 3090 Ti и Суперы. Но там вообще 350-390 тысяч рублей. В зависимости от компании, которая выпускает. Такую карту обычному пользователю не купить. Ну и наша карта довольно неплохая. На профессиональных программах видеомонтажа мы ее тестировали. Она выдает минут 24К, больше мы не стали делать видео 4К, с битрейтом средним 40 тысяч и максимальным 80 тысяч. Летит рендер. И вот эта программуська. Ну, горе, не программуська. Воду два раза быстрее. Чего она рендерит? Я не знаю. Вот мы видим здесь, что рендер никакой. И еще мы поставили переходы вот из того комплекта, который мы купили у них в свое время. Потому что те переходы, что мы сделали сами, они работали на предыдущих версиях. На этой версии они переходят в черный цвет. С каким бы кодеком ни пробовали делать, все переходит в черный цвет. То есть программа не видит свои же переходы. Это я вам тоже покажу. Это кошмар. Ну вот видите, как рендер тянется. Как будто кота тянут за хвост, а кот огрызается. Поэтому в два раза быстрее. Ну, в два раза быстрее чего?
Вот, как сказать, уже не один раз к ним обращался, сказать, ребят, ну когда же вы потроха этой программы начнете улучшать? Ответа так и не получил. С потрохами у них горе. Я уже говорил не один раз. Либо они где-то слямзили программный код и теперь просто не знают, что с ним делать. Либо от них ушел хороший разработчик. Платили мало. Программистам сейчас платят везде хорошо. И теперь они не знают, что делать опять-таки с этой программой. Потому что ушел программист, и все. Кино кончилось, программа не работает. Во какое горе-то. Поэтому вот все, что написано, кроме того, что снизили цену и добавили различных комплектов, вот это основные две плюшечки. Первое, это снизили значительно цену. То есть, собственно говоря, цену приблизили практически к реальной. Какие там 2800 рублей? О чем может идти речь с такой программой? Это Баба-Яга, наверное, объевшись лесных грибов, придумала такую цену. И второе, что они, да, доставили сюда, чтобы привлечь потенциальных покупателей, доставили сюда комплекты шаблона слайд-шоу. Ну вот в такой комплектации она, конечно, представляет определенный интерес. Я не скажу, что она прям очень нужна, но есть некоторые моменты. Вот нам задают часто, пока это идет, я вам объясню почему. Нам часто задают вопрос, а почему вы не делаете для прошоу продюсера? Ребят, для прошоу продюсера столько сделано, что я не знаю, что там мы можем еще придумать. Честно сказать, мы не художники, не дизайнеры. И что-то придумать красивое, такое яркое для прошоу продюсера, ну, у нас таланта нет на это. Поэтому мы и не делаем. Не делаем уроки, уроков много по прошоу продюсер, не делаем проекты и не делаем стили для прошоу продюсер. Это бессмысленное занятие. Я скажу так, вот мы один раз угробили систему, резервную копию не сделали, все устанавливали. У нас в изначальном варианте на прошоу продюсер стояло порядка 5500 стилей и около 2000 переходов. Сейчас мудрый кот Тимофей сказал, да ну я нафиг все на этих дисках искать, где оно лежит. Около 5000 стилей, 500 мы где-то потеряли, и 1200-1300 переходов. И так хватит, как заяц из мультика, и так сойдет. Ну действительно, куда их посмотреть-то все, и то не успеваешь. Вот поэтому... Еще хочу сказать одно. Как начинаешь писать только в эту поддержку, техподдержку? Техподдержка расшифровывается как техподдержка. Она поддерживает только тех. А мы, похоже, попадаем под категорию эти. А кто такие те, я не знаю. Вот тех она поддерживает, а этих, кто без нас, она не поддерживает. Это техподдержка. Вот смотрите. Кино началось. Вот идет сейчас переход, и пойдет этот сложный слайд. Там говорит, бесконечное число слайдов они пишут. О, да сейчас. Могут сказать, что у нас и памяти оперативной маловато. Да, я скажу, конечно, у нас не суперкомпьютер, и карта не 3090, а 2060, и оперативной памяти не 256, а 64. Но вы опросите многих пользователей, у многих есть и 64. Люди счастливы, когда 32 есть, даже 16 обычных пользователей, то уже счастлив. Вот. А с нынешними ценами собрать там компьютер с более-менее приличным процессором и на 128, чтобы память держала, материнская плата, вот. А еще видеокарту такую, ну что, сколько он будет стоить? Я не знаю. Если одна карта стоит 350-390 тысяч в нынешних ценах, то сколько же он будет стоить-то?
Можно, конечно, посчитать, только нафиг надо. Ну, вот оно и понеслось. Вот циферки летят вверх. 1.17, 0.4, 14 и так далее. И вот, чтобы отрендерить этот слайд, вот видите, сейчас 1.18 будет. Она рендерит, но только рендерит через пятую точку. 18, ну, до 19 дойдем и закончим этот увлекательный сексуальный процесс, потому что рендер никакой, никакого увеличения, ни хрена, ничего нет. Значит, хороший слайд, многослойный, здесь создать можно, но проблематично, и рендерить тогда по одному слайду нафиг и собирать их в каком-то видеоредакторе. Ну, мы собираем в Вегасе, можно, конечно, заниматься этим извращением, но сложные слайды никак она не тянет. Останавливаем, чтобы показать, что, ну, черепаха Тортилла, возможно, уступает программе, а возможно, нет. Возможно, Тортилла опережает. А теперь закроем, покажем. Открыть. Открыть проекту. Та-та-та-та-та-та-та. Документы. Мы везем с собой кота. Проекты, файлы, программ. Так, и где-то вот копия этого слайд-шоу. 760. Так, нафиг. Сейчас закроем ее и заново откроем. Может, тут появится. Где-то мы создавали копию. Что-то она еще... Вот, 762 копия. Ну, там будешь искать. Вот. Еще хочу вам показать чудеса. Звук мы отключили, чтобы речь была слышна. Вот она понеслась. Это стоят наши переходы. Вот Дедушка Мороз. Воспроизводить она их воспроизводит. То ли в 17, то ли в 17.1 мы версии делали в какой-то переход. Так, через пень колоду они работали, ну хоть как-то появились. А сейчас они, переходик, видите, они работают. То есть в программе они отражаются. А теперь посмотрим, что у нас получается на рендере. И чтобы вас долго не мучить, мы не будем делать качественное видео. Мы возьмем HD-шку 1280, вот так вот, плавность не будем ставить, сохранить видео и сохранить. Ну, битрейт мы практически в 3 раза снизили, и разрешение 1280 на 720. Ну вот понеслось. Ну даже на этом разрешении и FPS-ку мы в 2 раза практически уменьшили. То есть качество видео упало резко. Ну кто-то на таком и работает, мы работаем не на таком. Вот. 1920 на 1080 это нижний предел. Иногда в 4К делаем, но здесь 4К нет. Вон. Рано я ищу 4К, она тупо станет. Она-то здесь, если поставить 3-4 слайда вот таких многослойных и с гифками, то она и тут станет нафиг. Несмотря на производительность нашего компьютера, она станет. Вот такие вот дела. Не все так просто. Вот она ползет.
даже с таким разрешением. Можно еще лучше, не кодек H264, чтобы ей легче было, а MPEG-4 поставить. Но и от этого особо ей легче не станет. Вот, все равно она занимается, ну, не поймешь, чем и зачем. Поэтому я привожу не просто голословный. Вот эту ссылку на это видео я отправлю разработчику программы, чтобы он посмотрел. Вот. Ну как же так? Ну если вы, ребята, сделали этот конструктор переходов, и есть эти переходы, и они стоят, они демонстрируются в программе. Да, мать моя женщина. Но они же и на рендере должны проходить. А вот здесь с рендером посмотрите, что получается. И таких косяков в этой программе не один. Наверняка разработчики знают об этом. И поэтому, когда они пишут о достоинствах, то здесь скорее надо писать не о достоинствах, а о недостатках программы. Потому что достоинств их нет никаких. Ну, по сравнению вот с теми версиями, я бы сказал так. От 17 до 19, кроме небольших улучшений, там, вот он переход. Смотрите, сейчас пока переход будет идти, будет черное пятно. То есть не рендерит он переход. Свой, родной, сделанный в этой же программе переход, не рендерит. Сейчас дойдет вот до следующего слайда и начнет рендерить. Вот такая вот истерика творится с этой программой. Я не говорю, что именно с этой версии, она периодически зависает, вылетает. То есть все, что было у нее, все ее косяки, все они остались. С этим никто не работает. Ну, а как убедить разработчика программы? Да, в ней есть определенные достоинства. Вот я так ее использую, кое-где делаю уроки по ней, потому что уроков мало по этой программе. Делаю стили, шаблоны, проекты по этой программе. Вот. Но это не значит, что она очень хорошая. Это просто вот начинающие пользователи начинают в ней, когда работать, сталкиваются с этим, что и то, как вот то, ну, немножечко стараемся тоже помочь. Раньше мы же... Нам кто-то из друзей посоветовал. Вот выскочил слайд, видите. И так со всеми переходами от начала до конца. И вот она начинает мучиться. Опять время пошло вверх. Она показывает, что она с этим слайдом еле-еле справляется. Душа в теле. Ну вот так вот у нее. Не получается. Вот если бы эти проблемы решил бы разработчик, то есть вот эти вот косяки, увеличил бы действительно скорость рендера, увеличил скорость работы, то есть когда мы собираем проект, скорость работы, сделал бы, чтобы она не вылетала в процессе вот этой сборки, ну в процессе рендера она практически не вылетает, а в процессе сборки она вылетает. Хотя скажу так, вот 19-19. В 19-й мы работали долго, по сравнению с 18-й небо и земля по вылету. Мне все писали разработчики, что, дескать, там и то не так, и то у вас не так, и, короче говоря, сам дурак. Ну, уже привык к их стилю общения, и поэтому, что тут? Ну, ребят, ну пишите, на заборе много чего пишут. Не хотите, не можете делать, значит, вот так. Вот, ну вот видите, вот она прет вверх по времени. Вот здесь вот она, на этом слайде, она ползет медленнее тортилы. Тортила быстрее здесь ползет. Поэтому хвастаться особо нечем. Если я поставлю 3-4 подобных слайда, у меня в заставках есть. Ну не знаю, к завтраму она их соберет или вылетит нафиг. А забирать по одному слайду и потом в нормальную программу вставлять видео, ну, это уже извращение. Вот когда пишут, что, о, дескать, аналог про шоу чуть ли не лучше, про шоу и лучшее в России, да не, ребята, да лучшее в России, это аналога про шоу, и этой программе еще прыгать и прыгать.
Вот. Я не говорю, что она не совершенствуется, но очень-очень медленно. Очень медленно. И работать с ней. Вот несмотря на всю ее простоту, казалось, доведи программу до ума. Программа довольно простая, интерфейс простой. Работать с ней, вот если бы она работала нормально, приятно. Но вот эти все недостатки, они, конечно, зрителей и пользователей от нее отвращают. Да все, выключать это горе от ума. Вот почему я и говорю, начали мы на хорошей плюшке, а закончили мы на плюшках, которые долго-долго лежали в шкафчике. Кто там собирал плюшки? Плюшкин. И угощал Чичикова. Вот. Но Чичиков отказался. Так и мы от этих вот плюшек бы хотели отказаться. Ну, больше не будем уточнять, тут особо нечего. Если перечислять все недостатки, очень долго, да и зачем? Хватит вот этих бы они на начальном этапе устранили, было бы как здорово. Закрываем. Закрываем саму программу. Выложим, когда на Ютубе этот урок. Это не урок, это скорее обзор, где показано, что можно купить по дешевке. И показано, что да нифига она не летает, ползает. Вот ползает и еще в своем конструкторе переходов, созданные переходы, еще и нафиг их не видит. Ну, поэтому мы их и не создаем. Эта история началась не на 19,5 версии, а началась гораздо раньше. Создашь, вроде работает, потом сдох, ну, хрен с ним. Умерла так умерла. Закрываем. Ну, все, на этом закрываем. Урок окончен. Все, до новых встреч, всего хорошего.